Весна – самое время жечь костры. Так считают многие орловчане и по-прежнему избавляются от сухой травы старым добрым способом – поджигают. Однако часто забывают о пожарной безопасности. В ходе очередного рейда сотрудники МЧС выявили дачников-нарушителей, которые жгли мусор прямо на участке вблизи леса. В этом случае особо велик риск того, что огонь перекинется на деревья, говорят в чрезвычайном ведомстве. Как мы видим, наши граждане до сих пор пренебрегают правилами пожарной безопасности, разводят открытый огонь в местах хвойно находящихся в непосредственной близости к хвойному лесу. В этом году в региональном МЧС отмечен небывалый рост горения сухой травы. В связи с этим еще в конце марта на Орловщине был введен противопожарный режим.